остается либо на левом бедре, либо на талии. Большинство из них держит за ремень. То есть мы делали раз, два, выкинули, выкинули. Далее мы выбиваем правой ногой левую и левую следует назад. То есть эти движения не настолько смотрятся большими, поэтому раз, два, три, четыре. И мы успеваем все сделать. То, что делают наши руки. Мы остановились здесь, и наша правая рука следует наверх и опускается вниз. Наша левая рука держится вместе с ней, она просто выставляется, а потом идет вверх, в противоположную сторону, мы делаем точку. И как только мы делаем точку, придя в это положение, мы поднимаем правое колено, мы делаем раз, два, три, чувствуем три движения. Все, что меняется, это голова. Первый раз мы оставляем ее и смотрим зрителя. Во второй раз мы смотрим вправо, и в третий раз мы снова возвращаем ее вперед. То есть то, что мы имеем, это раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Следующее движение. Не совсем удобно нам будет переходить, но как есть. Мы были в этом положении, и мы распрыгиваемся. Как только мы распрыгиваемся, наши руки уходят за спину, делают поклон. Потом они уходят вперед, делают поклон. Потом мы ударяем правой рукой по левой ноге. И рука тоже отправляется наверх. То есть это как туда и отправляем. Потом мы бьем по левой ноге точно так же, только назад. Мы бьем оп, опять. И наша рука следует наверх. Затем мы подтягиваем себя в диагонали. И левая нога уходит за правую. Следующие движения довольно просты. Наши руки помогут нам обозначить направление, куда должны двигаться наши ноги. То есть мы делаем раз, два и в третий раз через заворот вверх. Сами ноги двигаются влево, вправо, назад, назад. То есть мы движемся раз, два, три в общей части. Но правая нога движется чуть дольше. То есть мы делаем раз, движется немного в сторону, потом назад. Также двигается левая. И мы указываем направление рукой. То есть раз, два, три, и рука идет наверх. Мы хватаем что-то и опускаем руку также вниз, вместе с ней опускаем сами. Но не сильно близко. Дальше идет переход на припев. Но давай сначала повторим, собственно говоря, всю связку. Мы остановились в позиции, когда мы спрыгнулись, это было 8. И раз, два, 4, 5, и 6, 7, и 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, и 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Следующая часть хореографии, собственно говоря, представляет припев. Он будет полегче. И то, что мы делаем, это мы поднимаемся. Парни делают переход в основном, но мы просто поднимаемся и остаемся в такой позиции, что наша правая нога впереди. Первое, что мы делаем, мы ударяем ладонями в грудь и раскрываем руки. Это идет на бум. Также поднимается наша голова. Никаких точек, мы просто раскрываемся. Далее оставляем левую ногу в левую сторону. И наши руки, словно весы, двигаются в направлении левой перемешки. Мы сделаем раз. И наша цель – опустить нашу пятку, потому что когда мы отодвинулись, мы встали на носок. И мы делаем это через две точки. Мы оставляем ногу вправо и влево. Раз, два. То есть это было бум. И раз, два. Далее мы разворачиваемся, подставляем левую руку к правому локтю. И то, что делает наша нога, это два удара в пол. А наша рука также два раза сжимается, и мы немного потаскиваем себя. То есть раз, два. Но совсем немного. Далее наши руки сводятся вместе, около грудной клетки, и мы словно давим на поршень, также продолжаем себя подтягивать. Как только наша нога опускается, мы делаем раз, два. И опускаемся еще ниже. То есть если изначально мы были наверху, то наше тело опустится. Раз, два. Затем мы поворачиваемся. Наша правая рука находится на ремне или на паху, а
а левая рука где-то на ребе. И мы пускаем ногу снизу вверх и медленно поднимаем себя. Как только мы себя подняли, наше правое плечо идет вперед и два раза назад. То есть мы делаем бум-бум-бум. Далее через замах мы поднимаем правую руку и словно тянем себя в другую сторону. Мы делаем раз и делаем два. Но с этим опускаем левую нашу руку. То есть раз, два. Еще раз. Давай снова начнем. И бум. И раз, два. Подставим. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Встаем. Два, три, четыре, пять, шесть. Следующее, собственно говоря, сейчас это переход. Там идет партия джимина, и она может исполняться также другими парнями. То есть первое это делает джимин, а второе под него постараются парни. Но мы делаем именно его партию. То есть мы ставим в таком положении, словно бьем. Наша цель – разойтись. Наш носок правой ноги смотрит диагональ. И мы двумя отступами перемещаемся. То есть мы делаем раз, пятка вправо и носок вправо. Вместе с этим действует наш корпус. Автоматически наши руки убираются назад, но не совсем за спину, просто больше в стороны. И наш корпус движется против часовой стрелки два раза вместе с ногами. И раз, и два, еще шире, падаем влево. То есть мы были раз, и два, и три. Далее идет замах. Мы снизу подгибаем руку, делаем оборот и добавляем к ней во второй раз, проворачивая левую. То есть раз и два.